никого не убивают, в отличие от обычного шелка. Дают, хотя нет, убивают, не используют пестицидов, но куколки, чтобы получить цельную нить, ошпаривают в кипятке, и эти бабочки погибают. Есть этичный шелк, когда собирают только раскрывшуюся коробочку. Нить получается рваная, но людям ценно, чтобы тутовый шелкопряд не погиб, а жил дальше. Вот. То есть, если говорить про органический шелк, то там тоже надо выяснять. Если для вас важен этичный выбор, то понимайте, органический шелк может быть, так скажем, с убийством вот этого тутового шелкопряда. Вот. А есть шелк туса, это вообще дикая другая бабочка, и ее практически всегда собирают в диком виде и уже раскрывшиеся вот, коконы. То есть бабочка не убивает в процессе этого. Вот шелк туса, очень этичный шелк.